два года. Который выиграл короткую программу на скейт Кеннеда в Виндзоре. Да, Элина сейчас в хорошей форме еще находится. Тренируется у Брайана Орсера. Вот видите, это как раз и есть сумма 60,8 за ее короткую программу в Канаде. Список Шиндлера. Лук 3-2. Ну, касание, по-моему, было рукой. Да, но попытка была сделать тройную луз, тройную тулуп. Она может делать этот сложнейший каскад. Жалко, достойный прокат, хорошая программа, музыка прекрасная просто. Но, к сожалению, от каскада у Лины первый каскад не получился. 3-3, только 3-2 и с ошибкой. По-моему, было касание. Сейчас мы повторю, посмотрим. Жалко, обидно. Ну, смотрите, в Канаде она за компонента получила 29 баллов 32 сотых. А сейчас у Нагасу 28 баллов 82 сотых за компоненты. Предположим, Гедеонишвили получает, ну, столько же, может быть, чуть больше. Чуть больше она навряд ли получит. Каскад, каскад, тройной лут, тройной тулуп. Да, не получился, конечно, очень обидно. Ну, сейчас все мы увидим с вами. Итак, вот. Да, явно да, две ноги. Вместо тройного тулупа двойной тулуп. В общем, я думаю, что судьи здесь некоторые поставят два минуса. Я думаю, будут и те, которые три минуса поставят за этот каскад. Ну, таким образом, Мирай Нагасу сумма 61 балл 18 суток должна сохранить сейчас лидирующую позицию. Ну что, и у нас впереди две фигуристки. Да, две примы японского фигурного катания и мирового фигурного катания — Мао Асада и Акико Судзуки. Акико Судзуки в прошлом году по своим результатам превзошла Мао Асаду.
Что... Алина Гедвинишвили — историческая фигуристка для Грузии, потому что она первая грузинская фигуристка, которая стала призером чемпионатов Европы. Дважды она была третьей. Им хоть в пару вставать, японцам, да? Кому, японцам? Готовы пару, да, два мужчины первые, два женщины. Да, я думаю, пара спортивная. В паре у них тоже все получится. Ну что, смотрим по оценкам, получится она за 60, навряд ли. Давно она тренируется в Северной Америке, уехала очень давно, но теперь с Брайаном Морсом. Да, все логично, абсолютно логично. 3 балла она потеряла на каскаде, 57,5, она получает, и она с этой суммы четвертая. Она становится сразу за Ксенией Макаровой.